Урбан. Программа о городских проектах. 11.05 в Кирове. Начинается программа «Урбан». Здесь студия Анна Дарья Пузлеева. Дана Лапшина только что нам принесла, значит, листочки с спикерами, поэтому я на Аню сбилась. Дарья Пузлеева и Светлана Занько. Добрый день. Добрый день. Добрый день, Дарья. Я все жду, когда у нас перебивка со спонсором, а спонсора нет. Да, у нас спонсора нет в этом месяце. Еще раз благодарим компанию «Куприт», которая поддерживала нас в течение 2 месяцев. Так, ну, собственно говоря, напоминаю, что такое программа «Урбан». Те, кто уже являются ее непосредственным потребителем и поклонником, знают, что мы обсуждаем городские проекты с разных сторон. У нас есть задача посмотреть на ситуацию в Кирове в отношении там разных каких-то объектов и снять ситуацию с других регионов и, может быть, даже стран, как там сделано, какие новые технологии внедряются, в чем видят проблематику и, в конце концов, чего люди-то хотят, да, на самом деле. И сегодня у нас очень важная тема, по которой сами слушатели спровоцировали, это тротуарная сеть Кирова. И мы ставим вопрос, как лучше для людей. На самом деле, что бы мы ни обсуждали в предыдущих программах, мы все равно всегда возвращаемся к тротуарам. Верно. 211-101 номер телефона прямого эфира. В Урбане мы принимаем звонки. 211-101. Надо сказать, что у нас здесь сегодня очень широкий спектр экспертов и спикеров. Прежде всего, представим Дмитрия Печенкина, заместителя руководителя Департамента благоустройства администрации Кирова. Дмитрий Александрович, добрый день. Добрый день. И Дмитрий Александрович, мы с этого начнем, собственно говоря, потому что начинается ремонт тротуаров. Он расскажет нам, где, там, в каком объеме будет делаться тротуар, а потом уже будем обсуждать, а как они будут там делаться, и удовлетворяет нас то, что мы имеем сейчас или нет. У нас в гостях Марина Бармина, заместитель начальника дирекции дорожного хозяйства города Кирова. Марина Геннадьевна, здрасте. Микрофон, пожалуйста, к себе. Вы у нас первый раз, Марина Геннадьевна? Ну да. Поближе, еще поближе. Я не слышу ваше здравствуйте. Здравствуйте. Вот, сейчас уже слышно. Хорошо. И, наверное, вопрос о том, как устраиваются тротуары, что потом с ними случается, это будет к вам вопрос. Анатолий Курбатов, куратор проекта «Красивый Киров». Толь, добрый день. Добрый. Человек, который нам постоянно рассказывает, а как у других сделано, и почему там, и можно ли это сделать у нас, да, вот такой обмен опытом произойдет. Денис Крутихин, председатель совета директоров компании «Кировский ССК». Денис Леонидович, здрасте. Здравствуйте. «Кировский ССК» производит тротуарную плитку. Да. Поэтому вы здесь. Да. Мало того, «Кировский ССК» имеет подряды на ремонт тротуаров. Есть такое? Ну, или ошибаюсь? Нет, у нас нет. Вот видите, сейчас будете поправлять. Много чего мы скажем того, что, наверное, нет, но вы нас поправите. Я быстренько еще проанонсирую наш опрос в группе во ВКонтакте. Мы спрашиваем, как тротуары в Кирове необходимо делать, и варианты ответов. По современным стандартам в комплексе с дорогами, сетями и газонами, после того, как отремонтируют дороги, сначала тротуары, потом дороги, и, наконец, неважно, в какой последовательности, лишь бы делали. На данный момент лидирует первый вариант по современным стандартам. Да ладно, сколько процентов голосовали? Ты знаешь, 65%. А почему ты удивлена? Я думала, что будет последний вариант лидировать, лишь бы сделали. Но он на втором месте, вот чуть больше 25%. Он на втором месте, лишь бы сделали. 25%, да. А 60 с лишним в комплексе. Люди готовы ждать. То есть люди подождать готовы. Получается. Ну, начнем тогда со статистики. Дмитрий Александрович, расскажите нам, пожалуйста, что у нас в этом году планируется в Кирове? Еще раз добрый день. Значит, отмечу и, наверное, повторюсь. У нас в марте этого года, как уже все знают, проходило рейтинговое голосование. Оно было связано с тем, что город уже второй год участвует в федеральном проекте формирования комфортной городской среды. И вот с 2018 года было принято решение, что часть той субсидии, которая поступает на благоустройство общественных территорий, направить как раз на благоустройство и ремонт тротуарной сети города. Это сам проект «Комфортная городская среда» дал такую возможность? Да. Изначально была заложена такая возможность ремонта тротуаров по этой программе или нет? Это так вот? Изначально была возможность, одно из направлений данной программы как раз является благоустройство, ремонт пешеходных зон. В принципе, тротуарная сеть города и относится к таким территориям. И в текущем году, значит, как я уже сказал, было принято решение, что часть вот этой субсидии мы направляем как раз на ремонт в 2018 году тех тротуаров, которые в первую очередь нуждаются. Давайте вспомним цифры. Сколько всего на город пришло по программе «Комфортная городская среда» и сколько уходит на тротуары? Если говорить по общественным территориям, значит, у нас субсидия предусмотрена в размере 79 миллионов, это федеральный, областной и местный бюджет, и порядка 51,5 миллиона на сегодняшний день направлено на тротуары. 51,79 на тротуары. То есть большая часть субсидий у нас в этом году идет на пешеходные зоны. А как принималось такое решение? Ну, это же практически все деньги туда.
Решение, наверное, было в первую очередь обосновано тем, что огромное количество жалоб, как вы уже сказали, поступают именно по тротуарам, где у нас осуществляется передвижение жителей города. В первую очередь было, наверное, этим обосновано. Тем более, раз в текущем году нам позволяют условия проекта выделять данное средство на эти работы, соответственно, ну, я думаю, что это решение было поддержано всеми. И вот результаты рейтингового голосования показывают, что жителей города эта проблема очень интересует, волнует, и они активно приняли участие в определении как раз тех первоочередных тротуаров, которые будут в этом году делаться. А давайте тогда напомним, сколько тротуаров будет отремонтировано. Значит, на сегодняшний день, с учетом вот, результатов рейтингового голосования, у нас сформирован тот перечень, который мы делаем в этом году. Изначально голосование шло по каждому району отдельно, то есть по Ленинскому району у нас на 2018 год определено 5 пешеходных зон. Если есть необходимость, я кратко могу сказать по адресу. Нет, у нас нет времени на это. Общая протяженность. По Октябрьскому району 4, по Нововятскому 6 и по Первомайскому 5 территорий. Общая протяженность тротуарной сети, которая будет отремонтирована или вновь устроена? Здесь идет речь о ремонте. У нас общая площадь получается... 34 630. Марина Геннадьевна, в микрофон, пожалуйста. 34 600 тысяч квадратных метров. Подсказывает Дмитрий Александрович, Марина Геннадьевна. Подговорите слушателям в микрофон. Понятно? Понятно. Тогда мы можем, собственно говоря, все-таки отметить следующее. Это будет ремонт, ямочный какой-то ремонт, это разбитые тротуары, или это устройство новых совершенно тротуаров? Здесь идет речь, наверное, больше о ремонте существующих покрытий тротуарной сети, то есть в большинстве случаев это будет выполнена работа с использованием брусчатки, если говорить там о городских районах. Часть работ, вот, если брать, например, Нововятский район, будет выполнена с использованием асфальтобетонного покрытия. Почему такой выбор? Большинство тротуаров брусчатка, а вот в Нововятском районе асфальтобетонное покрытие. Как выбор вообще делается покрытие? На каком основании? Может быть, это вопрос Марине Геннадьевне? Нет? Да, значит, я поясню, почему было принято такое решение. Значит, у нас в городе Кирове очень, значит, большая сеть подземных коммуникаций. В связи с тем, что эти коммуникации у нас расположены в основном в тротуарной части, ремонт асфальтобетонным покрытием, ну, как бы неприемлем. Почему? Потому что после проведения раскопок это все просаживается, значит, вновь восстановленный асфальтобетон. Чем хороша брусчатка в этом смысле? Тем, что, значит, брусчатку всегда в случае просадки раскопки всегда можно поднять на существующий уровень, чтобы обеспечить водоотведение, чтобы обеспечить ровность покрытия. То есть в связи с этим в городе Кирове принято решение, во-первых, поднять уровень брусчатки, уровень тротуаров там, где он низкий на сегодняшний день, да, ниже уровня проезжей части, то есть приподнять эти тротуары. Ну и, соответственно, принято решение в связи с тем, что на самом деле очень много раскопок идет по тротуарам. А ливневая канализация там предполагается? Ливневая канализация у нас идет, она в основном на проезжих частях, то есть ее на тротуарах нет как таковой ливневой канализации. Вот. А в Нововятске почему? Сейчас, секундочку, значит. И, соответственно, по брусчатке есть еще такой момент, что, значит, водоотвод с крыш, где у нас предусмотрен, да, обязательно укладываются лотки. То есть в связи с этим, вот, чтобы обеспечить и водоотводные мероприятия, и ровность покрытия, принято решение укладывать брусчатку. В Нововятске такой проблемы нет. В основном в Нововятске все сети у нас идут в проезжей части и в газонах. Поэтому в Нововятске мы просто поднимаем уровень существующих тротуаров, там, где они провалены ниже уровня проезжей части, и ремонт предполагается, значит, асфальтобетоном. А что дороже? Ну, примерно цена одинаковая, но, естественно, что брусчатка при использовании цветной брусчатки, она чуть-чуть выше. Ну, давайте, в принципе, о порядке цен-то всё-таки поговорим. Сколько стоит квадратный метр асфальтобетонного покрытия и сколько стоит асфальтометр уже готового там, покрытия брусчаткой? Ну, вот метр квадратный с устройством, значит, поребрика, с установкой поребрика и с щебеночным основанием стоит порядка 1200 рублей метр квадратный, а брусчатка 1400. А небольшое отличие. Ну, то есть про щебеночку все время хочется все-таки зацепиться. Щебень у нас какой укладывается на тротуарах?
известковый, он предусмотрен, наш, да, строительными нормами и правилами. Да, я видела, как работает Чембулатский карьер в этом году, выкладывала фотографии в Facebook. Я такого чуда, конечно, не видала никогда, потому что огромные облака просто вот такие поднимаются над Чембулатским карьером. Сразу видно, что вовсю идет дорожное строительство. Мы сейчас прервемся буквально на полминуты и попробуем подключить наших коллег из Ростова-на-Дону, узнаем, что у них сейчас с тротуарными сетями и какие технологии они применяют вот при нынешнем вхождении в программу «Городская среда», «Комфортная городская среда». Урбан. Программа о городских проектах. Да, действительно, это программа «Урбан», программа городских проектов. И звучит наша тема сегодня так. Тротуарная сеть Кирова. Как лучше для людей? В рамках программы «Урбан» мы принимаем звонки по телефону 211-101, но и сами звоним нашим спикерам и узнаем, какова ситуация по изучаемой проблеме, по изучаемым проектам в других регионах нашей страны. И сейчас с нами на связи Алексей Санин, директор Центра компетенций по развитию городской среды Ростовской области, город Ростов-на-Дону. Алексей, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Так, Алексей, мы вас хорошо слышим. Мы с вами вчера созванивались, и да. Две у нас сегодня таким образом с вами темы. Ну, во-первых, мы перекидываем мостик. Мы, оказывается, выясняем, что в разных регионах нашей страны уже есть центры компетенций. Поздравляю вас с тем, что в Ростове он есть. И вы мне вчера сказали, что любой благоустроительный проект, который в Ростовской области реализуется, проходит через центр компетенций. Это так? Да, верно. Центр компетенции в Ростовской области был создан в августе прошлого года, еще в августе, задолго до общего, скажем так, решения на федеральном уровне о создании центра компетенции. Решение это было принято лично губернатором Ростовской области Васильевичем Голубевым, потому что было явное, четкое понимание того, что современное благоустройство, оно все-таки необходимо с участием профессионалов. И именно центр компетенции является агрегатором и таким организацией, которая централизует экспертное сообщество по различным темам. Вы мне говорили, что у вас лучшие архитекторы работают. Ну, мы постарались собрать центр компетенции. Действительно, у нас сейчас в штате находятся 3 архитектора, которые занимаются разными направлениями. Есть главный архитектор, есть архитектор, который курирует дворовые пространства, дворовые территории, и архитектор, который занимается общественными территориями. И действительно, и что касается главного архитектора, центра компетенции, ну, на мой взгляд, это действительно лучший архитектор в сфере благоустройства городской среды, потому что этот человек принимал участие непосредственно в работах по благоустройству, реконструкции центральной улицы, улицы Большая Садовая, которая осуществлялась при участии КБ «Стрелки» местного, совместно с местным архитектурным бюро «Проект». И вот Татьяна Николаевна Костенко, которая является главным архитектором центра компетенции. Алексей, расскажите, пожалуйста, про устройство вот этой главной улицы Большая Садовая, о которой вы сказали. Мы видели фотографии на сайте, замечательно сделанном сайте Ростовского центра компетенций. И такое ощущение, что сделана эта улица по ведущим мировым стандартам, в том числе и в части интересующей нас, в части тротуарной сети. Да, безусловно. Из себя Большая Садовая испокон, ну, скажем так, много лет представляла обычную классическую пешеходную такую трафиковую улицу, которая пересекает достаточно большую часть города. Это центральная улица. Она из себя представляла широкую тропиночную сеть с очень широким дорожным полотном, которая превышала все мыслимые и немыслимые стандарты, я имею в виду ширина дороги. При этом из-за этого страдала ширина тротуара. При реконструкции, которая была предпринята на основании проекта «Стрелка» и проекта «Плюс», совместная работа, предполагалась работа в несколько этапов. Во-первых, это был пересмотр непосредственно тропиночной сети путем расширения ширины тротуара за счет уменьшения ширины полос для автомобилей, потому что это важно. Сужение дорожного полотна дисциплинирует водителей. Вся эта работа подтвердила свою такую правильность как на европейском опыте, так и на московском. Очень сильно суженные полосы для более дисциплинированного вождения водителей.
И здесь было принято решение о том, что мы сужаем дорожное полотно, расширяем тропиночную сеть, при этом добавляя так называемое двойное озеленение. Что такое двойное озеленение? Первый уровень озеленения высаживается в виде зеленых насаждений на границе тротуара и дороги, которая визуально разграничит дорогу с тротуаром. И через метр-полтора от дороги будет идти второй уровень озеленения, осуществленный с помощью деревьев, рослых деревьев высотой от 2 метров до 3,5 метров, высаженных в коме, ну, именно вот в таких вот клумбах с газоном. То есть, во-первых, насаждения возле дороги, они разграничат и дадут пользу в виде безопасности, чтобы не пересекали люди в неположенных местах дорогу, а зеленые насаждения, деревья непосредственно будут создавать эстетический, визуальный комфорт, ну и тень в летнее время года. Мы находимся в Ростове-на-Дону все-таки. Например, сейчас у нас 38 градусов тепла на улице, очень жарко. Алексей, мы видим фотографии этой улицы на вашем сайте, на сайте Центра компетенции Ростова-на-Дону. И мы видим, что здесь в устройстве тротуарах используется плитка. Знаете ли вы, что за производители и там какой щебень используется? Потому что в Кировской области, как подложка к тротуарной плитке, используется известковый щебень, и очень многих вызывает это критику. Знаете, к сожалению, не скажу вот прямо сейчас по составу, по непосредственно составу плитки. Могу сказать, что это два, у нас есть два производителя местных в Ростове. Две компании, это компания «Ландшафт», компания «Битек», которые производят данную плитку, и мы, по сути, во всех работах используем продукцию местных производителей. Это потому, что именно местные производители хотите поддерживать, или потому, что вас устраивает там качество, как она себя ведет? И то, и другое. Качество хорошее. Ну, во-первых, безусловно, в программе у нас есть тренд при реализации программы поддержка местного производства, и, собственно, на федеральном уровне слышны эти тренды о том, что нужно развивать. Эта программа является драйвером развития, в том числе и мелкого, малого предпринимательства, среднего предпринимательства. Во-первых, в качестве поддержки, а во-вторых, и, в принципе, качество абсолютно устраивает. Безусловно, есть определенный процент брака, но производители очень оперативно меняют эту продукцию. А я сразу хочу вас тогда спросить, гарантийный срок какой? Гарантийный срок 1 год. Один год. Вопрос от нашего гостя. Здесь в студии у нас Анатолий Курбатов, куратор проекта «Красивый Киров». Анатолий, пожалуйста. У меня такой вопрос. А сколько в вашем городе в год ремонтируется тротуаров и сколько автодорог? Ну, то есть соотношение. Сколько денег тратится на автодороги и сколько денег тратится на тротуары? Знаете, центр компетенции – это другая немножко программа, связанная с безопасными комфортными дорогами. Центр компетенции посредством занимается программа формирования комфортной городской среды. Не отвечу, ну, правильно не отвечу точно на ваш вопрос. Ну, хотя бы там примерно, на ваш взгляд, большее внимание в Ростове сейчас на Дону уделяется дорогам, где автомобили ездят, или тротуарам, что в приоритете? Дорогам. Однозначно дорогам. Программа «Безопасные комфортные дороги» очень активно работает. И, ну вот, по моему ощущению, по гостям нашего города, с которыми мне очень приходится часто работать, которые приезжают в Ростов по деятельность нашего центра, ну, дороги хорошие, мне кажется. Еще один вопрос, Алексей. Вот работа по Большой Садовой сделана. Реакция горожан? Это, во-первых, еще не до конца. Это был первый этап. Пока мы сделали тротуарную сеть, мы не трогали дорогу. Дорога будет реконструироваться в течение ближайших 2 лет, начиная с 2019 года. То есть непосредственно будет сужаться ширина полос и еще расширяться непосредственно тротуар. По поводу реакции, безусловно, положительный. Наш город принимал чемпионат мира, и, конечно, вот она преобразилась кардинально, Большая Садовая. Во-первых, помимо самого визуально физического представления Садовой, были заменены все малые архитектурные формы, были заменены зеленые насаждения, были отреставрированы фасады практически по всей Большой Садовой. Ну, где не успели, использовали баннеры. Такая интересная сейчас история, Алексей. Чемпионат мира закончился. Огромные деньги, которые выделяли городам под чемпионат мира, тоже закончились. А люди уже хорошие увидели. Да? Вот дальше как удержать этот уровень и распространить вот этот опыт замечательный, который у вас на Большой Садовой реализован, чтобы на весь город?
Это очень хороший вопрос, и на самом деле мы, как центр компетенции, мы очень слышим, даже я в социальных сетях несколько читал постов о том, что у кого-то есть информация о том, что возьмут и снимут малые архитектурные формы, красивые, новые, которые были установлены, современные лавочки, скамейки, вот что-то мира возьмут и снимут и унесут. Но это, безусловно, так не будет, и наша задача как центра компетенции именно переносить вот этот опыт благоустройства и, что самое главное, восприятие и использование этих пространств по всему городу. И, собственно, мы сейчас работаем. У нас в Ростове-на-Дону в этом году будет благоустроено 3 парка в самом городе дополнительно по программе формирования комфортной городской среды и 64 дворовых территории. И нас интересует, конечно, в этих парках и в дворовых территориях тротуарная сеть. Она будет в соответствии с стандартами делаться, которым вы уже применили на Большой Садовой или по старинке? Обязательно. Более того, мы в парках сейчас идем в увеличение покрытия, увеличение площади покрытия не твердого покрытия, скажем так, классического, асфальтобетонного, либо плиточного. Мы достаточно большой процент покрытия используем таким насыпным покрытием, терсой, которое дает эффект тихого отдыха, легкой прогулки в парке, в сквере. Ну а в целом, конечно, мы используем вот те технологии, которые используются на Большой Садовой. Благодарю. Алексей Санин, директор Центра компетенции по развитию городской среды Ростовской области. Есть вопрос еще? Да. Алексей, подождите, еще останьтесь с нами. Дмитрий Печенкин, заместитель руководителя департамента благоустройства администрации Кирова, хочет задать вам вопрос. Пожалуйста, Дмитрий Александрович. Да, Алексей, добрый день. Два вопроса, наверное, из практики работы. Угу. Ну, если есть стоимость вот данного благоустройства, этого участка, и каким образом содержится, создана, например, тротуарная сеть, либо механизированно, либо вручную, чтобы, ну, и, наверное, с последующим, чтобы ее более-менее сохранять. Ага, ну, смотрите, по вопросу стоимости могу просто немножко позже ответить. Нужно поднять цифры, сейчас нет цифр по стоимости всего объекта, связанной с реконструкцией первого этапа Большой Садовой. Не помню его. По поводу обслуживания, вы имеете в виду, каким образом обслуживать, да, правильно? Ну, с использованием техники, либо назад, вручную. На самом деле. Вот, но по опыту прошлой зимы это механическое использование легких механических аппаратов зимой непосредственно. То есть надо... Зима в Ростове не такая суровая. Зима в Ростове не такая суровая, говорит Дмитрий Александрович. Вы чем посыпаете тротуары зимой? Посыпаем специальными растворами, которые идентичны с московскими в том числе, к сожалению. А песко-соляная смесь используется? Да, да, да. И это тоже. Спасибо. Понятно, спасибо. Ну, у нас, понимаете, у нас зима-то еще длится пару дней, может быть. Это неделю, да, может. Это у нас лето пару дней. Спасибо, спасибо, Алексей, за бесценный опыт. Алексей Санин, директор Центра компетенции по развитию городской среды Ростовской области, был с нами на связи. Ну вот видите, у них там все в комплексе. У меня, например, вчера я долго спорила... Не все. Мы видим один пример, вот, да, центральной Нет, я улицы. Имею в виду, что то есть это не только какая-то программа, что тротуар, но тут же и сужение этой проезжей части. У меня просто вчера с коллегами, с новостниками произошел большой спор, мне пришлось там обложиться гуглом, когда Варламов у себя, блогер, выложил, критиковал Казань по поводу того, что у них там в историческом центре есть какая-то широкая дорога, и коллеги спросили, собственно, что здесь плохого, широкая дорога, это же классно. Я говорю, ну не совсем классно. Ну и началось там слово за слово, и мне пришлось вот искать им и доказывать, что расширение дорог ведет к увеличению пробок, и они искренне не понимали, черт возьми, почему. Ну, доказали? То есть, ну, ты смогла доказать? Ну, я смогла доказать, накидать им доказательства. Уж поверили они этим доказательствам или нет, это надо у них спросить. Да, но как выяснилось, Марина Геннадьевна была в Ростове, да? Вы в курсе этого проекта. Мы сразу после перерыва наберем еще Пермь. А потом все, что нам коллеги рассказали, обсудим, поскольку есть и свидетели, есть и человек, который мог бы вчера поучаствовать в споре с новостной редакцией «Эхо». А еще хотелось бы спросить у Дениса Крутихина, вот показалась сейчас фотография из Ростова, какая там плитка лежит. Я такой плитки в Кирове не видела. Хотелось бы понять, что у нас производится. И есть ли у нас вот такая программа поддержки собственных производителей, когда разыгрываются контракты, как в Ростове нам сейчас сказали, или нет? Прервемся на 1,5 минуты. Это программа «Урбан». «Урбан» – программа о городских проектах.
Тротуарная сеть Кирова. Как лучше для людей? 211-101, номер телефона прямого эфира. Пробивайтесь в наш эфир и высказывайтесь, как лучше для вас. А мы здесь делимся опытом и кировским, и опытом других регионов устройства тротуарной сети. И все вместе это обсуждаем. Горячие обсуждения были в перерыве. Но мы сейчас будем набирать Этнера Егорова. Я ошиблась, не Пермь. Пермь у нас будет в следующем часе. А Чебоксары сейчас, Чувашия будет. Этнер Егоров, руководитель Центра компетенции по развитию городской среды. Опять же, видите, как я отрабатываю тема центра компетенции, хочется знать, чем люди занимаются. Он же является руководителем агентства территориального развития, да, в этом регионе. Я попросила вчера Этнера тоже подготовить материал по тротуарам, да, что творится в Чувашии, что творится в Чебоксарах, и он обещал, что это сделает сегодня. Вот сейчас ждем мы с ним связи, но по тому, что нам рассказал Ростов-на-Дону, возникли у нас жаркие споры, и мы обязательно эти комментарии озвучим сразу после того, как выслушаем Чувашию. Выводите, Этнер. Алло. Алло. Алло, день добрый. Этнер, добрый день. Слышали меня? Да, очень хорошо слышно. Я попрошу тебя не передвигаться, говорить в трубку. Мы уже представили тебя, да, как руководителя Центра компетенции. Угу. Только что с нами был твой коллега из Ростова-на-Дону, рассказывал об опыте устройства тротуарной сети, да, в Ростове-на-Дону, и у них там хороший такой пример центральной улицы, Большой Садовой, ну, понятно, в Ростове-на-Дону чемпионат мира. Они там получили хорошие средства, но тем не менее он рассказывает о том, что вот этот опыт, который они в Ростове-на-Дону приобретают, они выносят на другие участки тротуарной сети. Там еще такая интересная история возникла, хотелось бы у тебя спросить, не уверена, что ты мне ответишь, но тем не менее. Нам Алексей Санин из Ростова сказал, что они в тротуарную плитку, которую используют, да, для устройства тротуаров, только собственных производителей. Это такая политика у них. А что в Чувашии? Ага, можно отвечать, да? Да. Ну, точно отвечаю, что мы не рассматриваем и не отстаиваем местного производителя. У нас такой политики нету. Хотя в этом есть, конечно, резон и здравый смысл. А то, что касается вообще тротуарной плитки, сейчас отвечать, я могу немножко развернуть. Да, давай. Значит, я специально вчера посмотрел цифры, сколько у нас потрачено на бюджет тротуаров и пешеходных историй. В этом году у нас 20 миллионов выделено, и 30 площадок территории под это запланировано освоить. 20 миллионов на Чебоксары, да? 20 миллионов на Чебоксары. 20 миллионов на пешеходные дорожки, именно на пешеходные, не на благоустройство, а именно только пешеходные дорожки. Я вот прям все их посмотрел. Ну, на самом деле, с одной стороны, это, может, и большая сумма, потому что это пешеходные дорожки, это не благоустройство. Но, с другой стороны, вся сумма ушла у нас тоже на две инфраструктурные главные вещи. Это связано с набережной. У нас река Волга в городе Чебоксары. И в этом году был бы грандиозный проект по ее реконструкции. И, соответственно, часть большая денег ушла на благоустройство пешеходных связей и непосредственно на набережной. Как-то так. Угу. А сколько еще раз в Чебоксарах населения? 500 тысяч населения. Как у нас? Но я могу тебя порадовать. В Кировской области, в городе Кирове 51 миллион на тротуарную сеть в этом году выделяется. 51 против ваших 20. Да, расскажи мне, пожалуйста, видишь ли ты какие-то тренды, которые есть в Чебоксарах по устройству тротуаров? То есть это старые технологии, условно говоря, ямы закатали, асфальтиком посыпали там, да, бордюры и газоны выше тротуара. Или власти начинают как-то по-другому подходить к устройству тротуаров, используют новые технологии, когда тротуар выше, чем газон, когда там правильный слоеный пирог под тротуаром, когда там разделение дорожной части и тротуарной, сети убираются. Как у вас все происходит? Я тебя услышал, очень хорошо, что ты назвала, вот уже начал отвечать на вопрос «как». Я при подходе там к территориям использую три вопроса. Что, как, зачем? Что означает вот непосредственно, что мы стелим? Асфальт, плитку, сколько ее, там, расстояние, глубина, толщина и так далее. Это вопрос «что?». А иногда администрация задает себе вопрос «как?». То есть вот о чем ты говорил, как в Европах сделать таким образом, чтобы грязь не стекала на эти тротуарные дорожки, чтобы на тротуарных дорожках
могли комфортно себя чувствовать и велосипедисты, и пешеходы, и даже те красивые дамы на каблуках, которые на самом деле-то не очень любят тротуарную плитку по понятным причинам. Но есть и третий вопрос. Зачем? Вот самая сложная задача, когда нужно ответить, кто и зачем будет эту тротуарную, ну, вот эти пешеходные связи, как использовать. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести кучу исследований, подсчетов непосредственно вот этого трафика пешеходного и сделать анализ, кто именно ходит, детишки, там, пенсионеры, молодые пары, мамы с колясками. Тогда мы понимаем, зачем же тротуарная плитка, значит, понимаем этот сценарий, который там можно развернуть, тогда можно уже и говорить или в обратную сторону разворачивать сценарий, что и как технически там выполнять на данной территории. У нас вот из опыта есть, например, город Цивильск, не город Чебоксары, обычная история, там где 15 тысяч населения, дали финансирование, дали возможность обустроить территорию, и они решили все там 5 тысяч квадратных метров парковой зоны закатать в плитку. Вот это как раз история о том, что они не знают зачем, но они знают, что если есть возможность потратить деньги, мы ее шире, больше, много этой плитки везде положим. Мы благополучно этот процесс остановили, но это вот как раз яркий пример того, что не всегда плитка или там количество тротуарных пешеходных линий – это хорошо. Главное – плитки. Так. Да, наверное, ты пропадаешь куда-то. Алло? Алло? Да. Вот сейчас слышно. Да, вот ты сказал, что вы остановили процесс закатывания парка под тротуарную плитку. Значит ли это, да, что теперь благоустроительные проекты полностью проходят через центр компетенции Чувашии? Абсолютно. Никто не имеет права начинать притрагиваться к земле без первичного согласования с центром компетенции. Что такое согласование? Может, даже не то слово. Наша работа заключается в том, что мы проводим социокультурное исследование территории. Мы выявляем городской контекст, мы считаем трафик, мы считаем, вот, о чем я выше говорил, сколько людей, как, зачем, почему они ходят. Мы выявляем вот эти сценарии и предлагаем наполнить территорию новыми смыслами и продуктами, экономическими там. Да, я поняла. У нас время сейчас ограничено. Скажи, пожалуйста, сколько человек в центре компетенции Чувашском работают? Ну, фактически сейчас 3 человека работает, но есть экспертная группа, куда входят все архитекторы и все там представители вузов региона. Поняла. Спасибо. Этнар Егоров, руководитель Центра компетенции по развитию городской среды Чувашии. Ну, я специально просто об этом делаю акцент, потому что, коллеги, всех нас касается этот центр компетенции. Непонятно, как он будет устроен в Кировской области, кто туда будет входить и как это все будет согласовываться. Ну, вот видно, что 3 человека перекрывают целую дорогу, в данном случае тротуар. Целый парк заворачивает проект целого парка. У нас остается до завершения этого часа несколько минут. Я бы хотела все-таки дать слово Марине Геннадьевне. Марина Геннадьевна у нас без наушников осталась в этот раз. Но мы возвращаемся сейчас в Ростов. Вы говорили, что вы были там в Ростове-на-Дону и видели этот проект, да, Большой Садовый? Ну, во-первых, значит, в Ростове, конечно, я была проездом. Однако в Ростове, наверное, по всем центральным улицам в основном уже лежит, конечно, покрытие из брусчатки. Чем отличается чистота, плитка тротуарная от брусчатки? Ну, это одно и то же. Слава Богу. Понятно. Да. Конечно, вид города, он сразу как-то более привлекательный становится, более цивилизованный. Когда плитка еще она идет цветная, то есть это, ну, как бы, будем говорить, обновление идет города, да, в связи с тем, что город играет, вот сам по себе цвета играют. Вот, везде идут, конечно, водостоки, водоотведения. И вот мы видим на очень, Большой Садовой, да, прямо на тротуарной сети есть, да, ливневка. Да. Вот, и поэтому велодорожки сделаны там же, также, да, в тротуарной части, то есть велосипедисты, они просто не мешают проезду автомобильного транспорта. Нанесена разметка на велодорожках в обязательном порядке, пешеходные переходы прямо по велодорожке нанесены, знаки, значит, велосипед, либо там запрет велосипеда рядышком, где пешеходная часть. Ну, в общем, это как бы говорит о качестве жизни для пешеходов, да, для горожан.
То есть все это очень красиво, все это привлекательно, все это удобно сделано для пешеходов. В местах пешеходных переходах везде стоит пониженный бордюр. То есть это и для, будем говорить так, значит, лиц... маломобильных групп, мамочек с коляской, велосипедистов. Это все настолько удобно, на все, то есть, ну... Это надо просто ощутить на себе, чтобы понять, что это очень хорошо. И в городе Кирове, наверное, мы все-таки будем стараться выполнять то же самое. Но единственное, что есть места, конечно, у нас с тротуарной частью, где невозможно сделать пока велосипедные дорожки в связи с тем, что у нас ширина тротуаров это просто пока не позволяет сделать. Вот. А так стремиться к лучшему, конечно, надо. Потому что, признаться честно, уже надоело за хорошими впечатлениями ездить куда-то. Да, образцовый тротуар в городе Кирове для вас? Есть у нас сейчас такой или пока нет? Ну, совсем образцовых нет, но, значит, 3-4 года назад выделялись средства для обеспечения, значит, уровня наших пешеходов более достойный уровень, значит, центр города Московская, Преображенская, да, часть Дерендяева улицы, она вся уже практически центр города выложен в брусчатке. А есть ли там поребрики, которые вровень с вот проезжей она частью? Вот так вот, да. Да, ну, есть, потому что требования вот по маломобильным группам, оно вышло совершенно недавно, и сейчас при переустройстве бордюрного камня, да, при ремонте тротуаров, мы уже подходим под эти требования. Да, мы критиковали в прошлый раз, когда укладывалась улица Спасская, как раз еще при господине Перескокове, мы не понимали, почему укладывается плитка, поднимается тротуар, а поребрики остаются практически на том же уровне, то ли последняя минута. Вопрос по требованиям. Мы просто недавно с вами встречались там у Дворца Пионеров. Угу. Вы сказали, что там переход с проезжей части на 4 сантиметра. Ну, до 4. Да, 4. Ну, на самом деле требования от 0 до 4. Один. И во всех нормальных городах России делают 0. Потому что вы поедете с инвалидной коляской. Я вообще не понимаю, эти 4-то сантиметра, они зачем? Попробуйте за 4 сантиметра преодолеть на инвалидной коляске, там, с маленькими детьми. Это уже подъем. Мы об этом поговорим. Мы дадим возможность поспорить и в перерыве, и поговорим об этом в следующем часе. Это программа «Урбан». Остаемся в том же составе после 12. «Урбан». Программа о городских проектах.